Основная задача системы – предоставить комбайнеру наиболее оптимальные настройки комбайна в зависимости от текущих условий его работы. Система при помощи диалоговых окон в процессе общения с комбайнером определяет проблему и дает предложение по ее устранению путем изменения настроек комбайна. Путем изменения подтверждения от комбайнера об изменении настроек система изменяет настройку комбайна. RSM Optimax анализирует данные от всех датчиков, которые контролируют качество протекания техпроцесса, а их на комбайне Россельмаш более полутора десятка. Часть настроек, на которые система не может воздействовать ввиду отсутствия средств управления, комбайнер изменяет сам по указаниям и инструкциям системы. Система RSM Optimax позволяет комбайнеру использовать наиболее эффективные и оптимальные настройки комбайна.